И всем привет, дорогие друзья, с вами же Экстер. И сегодня я хотел вам показать, как можно заработать в интернете. И это реальный способ, то есть не вранье какое-нибудь там, что лохотрон. Короче, реально тут можно вывести. Ладно, что же из себя представляет этот сайт? Этот сайт сделан наподобие игры, как мы играем, ну, некоторые играют или играли даже в соцсетях, в ферма или там что-то такое. Короче, тут тоже так, покупаешь птиц за реальные деньги, то есть реальные деньги — это что? Можно, конечно, на бонусе все взять, но бонус — это я вам не советую, потому что птицы очень дорого стоят, то есть не очень дорого, а стоят вот самые нормальные птицы, это вот это красное и вот это синее. То есть они несут больше яиц в час. Что же тут надо делать? Надо купить птиц. Надо, то есть, дать пополнить счет. И тут можно пополнять с помощью WebMoney, с помощью Kiwi. Но для этого надо все делать вручную. То есть, кидаешь на кошелек, ставишь туда вот свой никнейм в примечаниях. И кидаешь. И через где-то час тебе приходят деньги. Я уже так делал. И даже выводил. Для вывода вам надо кошелек Pair, они работают с этой компанией. Pair, с Pair можно потом обменять на WebMoney или что-то там такое. Есть даже, вот сейчас покажу вам. Вот, обмен Pair на WebMoney. Вот тут вот можно обменять. Ладно, давайте же опять вернемся на сайт. Все, значит, вы покупаете птиц. Потом, когда пополнили счет, покупаете птиц, и яйца будут накладываться на складе. То есть покупаете птиц вот так вот. И вот, стоимость 100 серебра, и она стоит 100 серебра. А 100 серебро, тут такой, вы не подумайте, что это стоит 100 рублей, а это вообще 100 тысяч рублей. Короче, она стоит 1 рубль всего лишь, потому что тут 100 рублей 1 рубль. Это стоит 10 рублей, потому что тут 1000 серебра. Это 50 рублей одна штука. Это 250 рублей, а это уже 1000 рублей стоит. То есть, если вы хотите реально заработать, и можно тут заработать, но если вы хотите, чтобы заработать, чтобы заработок был большим и каждый день, то есть не каждый день, а каждый час вам несли по, не знаю, 50 тысяч яиц, которые вы можете потом обменять на, сколько там будет, 5 тысяч серебра, и эти 5 тысяч серебра можно обменять на 500 рублей. И это вообще стабильный доход, потому что 500 рублей в каждый час, это очень круто. То есть в день вам там много очень дают. Ладно, вы покупаете птиц. Потом, после того, как вы купили птиц, надо сначала посмотреть на плодовитость. То есть 7 яиц в час. Что они вам несут? Они вам несут 7 яиц в час. 100 яиц – это 1 серебро. 7 в час – это как бы не очень так выгодно. Ну, вообще, кроме не выгодно. 70 в час. Вы не подумайте, я это купил. То есть не купил, а это мне бонус дали за то, что я пополнил счет. Тут даже есть акция, я ее покажу потом. Ладно. Это носит 370. Я сначала начинал вот с этих. Купил 3 вот таких вот. Нет, даже 2. И начинал, накапливал. Но это долго накапливалось. Дальше. Это несет 1000, ну, практически 2000 в час. То есть вам 200 серебра, 2 рубля в час. Ну, как бы не очень, но все равно можно заработать. И считайте, блин, не знаю, 240 рублей за день. Это круто. И 9000 яиц, то есть практически 10. Вы можете отсюда 1000 серебра, и эти на 1000 серебра можно менять на 100 рублей. И прикиньте, 100 рублей за час. Это очень круто, только она стоит 1000. Дальше. Вы должны зарегистрироваться. Тут ссылка будет в описании. После того, как вы зарегистрировались,
вы уже пополняете счет. За регистрацию тут очень простая. Значит, что я хотел вам показать? Вот это вот я хотел вам показать. До 14 бонус при любом пополнении плюс 200. То есть она... Короче, не подумайте, этот бонус никогда не исчезает. Они просто обновляют тут. Был до 9, потом стал до 14. Ну, понятно. При пополнении свыше 500 рублей вы получаете 2 синие птицы. А при пополнении свыше 150 рублей, 100-500 рублей, вы получаете одну красную птицу. Значит, заходите после того, как вы купили птиц, заходите в склад яиц. Они вам тут несут яйца. Вы их собираете. Вот у меня тут накопилось 71 тысяча яиц от синих. 20 тысяч от коричневых, 2 тысячи от двух птиц желтого и от 14 птиц вот зеленого. Ну, как бы зеленые птицы вообще не выгодно, потому что вот смотрите, 1800 яиц, не знаю за сколько там. Значит, собираем их, вы собрали все яйца. Потом заходим в продажу яиц. Что тут надо делать? Вот видим, у вас... в наличии сколько тут яиц. И на сумму серебра. Значит, 2000 это 26 серебра. 3000 37. Вот у меня тут 800 накопилось уже. Продать все. Мы продали все за 1229 серебра. Нам вот, короче, половинка, ну не половинка, а меньше вот для покупок ушло и больше для вывода. То есть мы сейчас уже можем... Это у меня за сколько? За 2 часа набралось так. Мы уже можем за 2 часа 5 рублей вывести. Вывод тут реальный. Я уже выводил. Все работает. Все даже круто. Значит, что еще тут можно сделать? Тут можно покупать птиц много. То есть не, там нету ограничений, например... только 10 птиц или только 30 птиц и так далее. Тут можно покупать хоть до миллиона птиц. Что ж, птицы не дохнут, их нельзя убить, яйца не портятся, хоть заходите через, не знаю, там месяц, год. За год это наберется там, не знаю, миллионов, не знаю сколько даже. Блин. 10 миллионов яиц, или даже больше, или даже 100 миллионов яиц за год. Это, короче, не очень выгодно. Если у вас отрубили интернет, то не боитесь, что там пропадет. Все. Все будет. Проекту прошел 122 день. То есть, этот сайт всего лишь 122 дня в сети. Резерв проекта 6 миллионов. Вчера было 6 миллионов 100 тысяч, а сейчас уже 6 миллионов 500 тысяч. То есть люди, которые пополняют весь этот... все, что вы пополнили, идет вот сюда. Им идет только, не знаю, 30%, скажем. И что ж, я рассказал о всем. Заходите, ссылка в описании. Регистрируйтесь и зарабатывайте. Ну, на этом можно стабильно заработать. Даже школьнику это под силу, потому что это игра, играть каждый умеет. Заходите, зарабатывайте. Всем пока!